чудесный белый холст, корзина краски и вот такой вот стильный натюрморт, который мы сами собирали сейчас. И мне очень интересно, как же я его нарисую. Никогда не рисовала, я даже не представляю, как это делать. Ольга мне обещала, что у меня получится очень классно, и я эту картину унесу с собой домой. А мы только успели выдавить красочки, честно говоря, руки по локоть так грязные. Я вообще не разрешаю себе пачкаться. Ну, я уже сейчас их судорожно протирала. Я уже хочу плохо, я просто не разрешаю, чтобы себе испачкаться и как ребенок поваляться в грязи, походить калошами, понимаешь? Поэтому даже потому что ты боишься испачкаться. Если ты боишься испачкаться, как ты будешь вообще творить? И теперь... Я хотела ее по... Да-да. И теперь мы намечаем, где у нас будет гроздь винограда. Вот прям так? И где у нас будет дальнее яблоко. Где у нас будет апельсин? Подожди, он не в этом месте. Сейчас ты ее сделаешь именно в этом месте, потому что я с тобой, у нас с тобой разница градуса обзора совсем минимальная. Ну ты посмотри, какие два разных натюрморта уже с твоего места и с моего. Также мы смотрим и намечаем вот так наши эти. Вперед. Очень просто. Так, вот это одна розочка, вот второй, вот еще одна. Вот здесь такая штука. Положи телефон. Там, а положи и провались. Да, 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 да. А, ты обозначаешь только форму. Смотри, все наше пространство — это энергия. И ты обозначай просто твердую форму в воздухе. Это не цветок, это просто твердая форма. Увидь ее просто сейчас твердой формой. Никаких вот этих цветоечков. Вот эти цветоечки, они на самом деле вот такая, вот какая-то зеленая штука. Боже мой! А лимон вы тут забыли. Лимон, да. И вот тут еще яблоко. Вот, видишь? Все. Все. Уже безумно простой мир. Мы смотрим на наш букет. Боже, какой он сложный составной. Мимоза. Это чаще лаванда. Каждая роза своего уникального цвета. Каждый новый лепесток не похож на предыдущий. Этот букет уникален так же, как, я не знаю, каждый человек, каждый его пальчик, каждый его мизинчик, как отпечаток пальца, как бриллиант, как все. То есть в одном букете собрано практически все, и все друг на друга не похоже. Но если мы немножко расслабимся, немножко прищурим глаза, наш букет начнет растворяться из сложной формы до очень даже легкой. Мы увидим, что наши бутоны роз – это обычные круги, овалы. Мы увидим, что наши яблоки, наш апельсин, оно все состоит. Это либо круглая форма, либо некий квадрат, либо это треугольник. И таким образом наша живопись становится концептуально проста. Потому что мы розу на самом деле можем передать буквально тремя мазками. И на эту розу захочется потом так смотреть, потому что в этих трех мазках каждый будет видеть свое. Когда мы делаем точную копию, когда мы делаем так, как будто это фотография, смотреть тошно, потому что смотреть не на что на самом деле. Потому что автор фотографии уже, собственно, передал всю копию, скажем так, нашего живого рисунка. А мы хотим смотреть на живое. Так вот, когда человек передает эту розу несколькими мазками, она становится живой. И каждый человек, который потом будет ее видеть, у каждого в его зрительном аппарате будет возникать своя живость. То есть каждый человек своим сердцем начинает эту розу живить. И в этом вся фишка живописи, потому что чем более, скажем так, расплывчатые экспрессионистки у нас формы, тем больше мы оставляем фантазии там. И сейчас мы будем творить этот натюрморт из очень такого простого чувства. Мы все соединим в одну форму с помощью самых простых форм. Поехали. Очень классно. Я готова. А ты туда посмотрела? Ну, тут беленького надо добавить. Ну, белого не существует, как бы, оно убирает все цвета. Прозрачность добавишь. Вот оно, уникальное вот это цветовое пятно. Очень художественное, включающее настолько много оттенков, что вот так рисуют только художники с 20-летним стажем. Подальше давай. Вообще классно, там можно уже на стену вешать. Ой,
еще, конечно, только начинаю. Как вот это же все живописно, да, наш стол, и как мы его разложили всеми цветами, один цвет разложили. Мы сделали из частей целое, из вообще частей, которые не принадлежат, по сути, друг другу. Нам удалось найти в нем абсолютно целое. Наполовину работа сделана. Я так думаю, что когда она будет готова, разница вообще неотличима. Очень классно, мне нравится.